Приветствую вас, Мария. Ну что ж, я думаю, что стоит вам, конечно, почитать про оральное поведение, оральный тип личности, вот, и вам раскроется очень много вещей. Например, то, что вы нуждаетесь в любви, и то, что вот вами движет именно это. В первую очередь вами движет именно это, потребность в любви. Вот. Возможно, вам в детстве казалось, что родители разводятся из-за вас, вот. То есть, ну, как бы, вам казалось, что вот родители разводятся, это происходит именно из-за вас. Вот, и вам вы не могли, ну вряд ли вы могли воспринимать тот факт, что они разводятся, как иначе как отсутствие нелюбви к вам, а проявление нелюбви к вам, вот, и, соответственно, здесь вот, возможно, имеет место быть сложность. И, соответственно, потребность в любви здесь является, на мой взгляд, определяющим моментом, в том смысле, что мне кажется, именно это больше всего вас мотивирует, именно это то, чего вам не хватает. Вот, ну, это, в принципе, корректируется. То есть это корректируется, это справляется. Вот. Также очень часто еду используют для того, чтобы защититься. Вот. Защититься, ну, от неких проблем, конфликтов, сложностей, вот, так что в этом смысле тоже, вероятно, вы чувствуете себя незащищенной. Вот, и пытаетесь вот через еду себя как-то защитить. Вот, хотя, ну, понятное дело, что получается, ну, не очень у вас хорошо. Вот. Но тем не менее, потребность в этом есть, и я думаю, что необходимо работать именно с этими историями, с принятием себя, с вашим отношением к себе. Вот, в частности, таким вот отношением, я бы сказал, неким, ну, неким условным отношением к себе, потому что оно у вас сейчас является таким, что я должна быть достойной, и тогда я достойный, вот это. Ну, скорее всего, связано как-то с партнером, то есть вы
надеетесь, что из-за того, что вам кажется, что он отбросил ответ, вы думаете, что он вас бросил, потому что вы были какой-то вот не такой. Вот, возможно, когда-то папа случайно обронил, обронил фразу о том, что вы полненькая, например, вот, вы это, скорее всего, запомнили, и теперь вот следуйте этому, хотя это уже не актуально давно, вот, но только не для вас. Вот. Понятно, что это в определенной степени искажение, понятно, что это в определенной степени совсем и совершенно не так, а не так, это все понятно, но для вас это играет очень важную роль до сих пор. Вот. Поэтому такая вот история, и мне кажется, что в этом направлении вам и нужно работать. Вот, конечно, не говорю ни в коем случае, что это будет обязательно легко, но тем не менее. Тем не менее. А вот, в принципе, такой ответ, я думаю, вам можно дать. Над чем работать есть. Вот, я понимаю ваш страх перед психологом. Вот. Обращайтесь лично, обращайтесь удаленно, да, вот, через ресурс. Мы вам поможем. Вот, вы увидите, что это не ладно. Вот так, я думаю, можно вам ответить. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.